Мы были блондины с голубыми глазами. Впрочем, и я был брюнет. Было благословенное время, пока нас не накрыл интернет. Не имели большого значения ни формация, ни общественный строй. Ничто наша юность пришлась на постылый застой. Мы безнадежно влюблялись в девушек нашей мечты и теряли головы от их неземной красоты. Мы соперничали, ревновали, и хотя имели равный успех, вызывали на дуэль и стрелялись, если кто-то из нас брал верх. Но все пошло наперекосяк, впрочем, как и во все времена. Нас взнуздали, приручили и поставили под стремена. Те, что нас вдохновляли, нас же прижали к ногтю. Через день вставали не с той ноги, компостировали и пилили мозги. Кто-то стал подкаблучником, другой многодетным отцом. Третий открыл второй фронт и чувствует себя огурцом. Ну, сколько же может длиться тайбрейк и этот летаргический сон? В этом замшелом Уимблдоне определенно виноват Мендельсон. Ролова Бартольди, тебе не жмет большой шлем? Сдай его в магазин. Тот-то вышел из окружения, хоть кишка его стала тонка. Теперь дрожит свободой тем, что выполз из-под каблука. Впрочем, кто-то мне благодарен и хотя бы не проклинает меня. Я знаю, что не идеален, и мне следовало всыпать ремня. И я не хочу гневить судьбу, хотя что-то явно не так. И я обрел бесценное знание, узнав, что земляной червяк. Едва мы разорвали оковы, и настежь распахнули окно. Ловко свитая сеть мировой закулисы нас тут же утянула на дно. Нас развели, нас обули, и дав на чай по рублю, нам накинули ту же удавку, только ту же затянули петлю. И если разгрести амбары души по сусекам, поскребя, мы обнаружим портрет Козлодоева, в котором узнаем себя. Последний залп конфетти, фанфары, размотан весь серпантин. В бюро записи актов святой Варвары пора объявлять карантин. Так что slow down, Арнольди, slow down, Малькентин. Может статься, что нас на бегу клюнет холодный индюк, и мы склеим ласты, не успев дочитать Facebook.